Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши контрагенты. Сегодня у меня такое родилось спонтанное видео. Вот сейчас я его записываю. Дело в том, что я пришел в лабораторию, и мои сотрудники показали мне вот такой вот сайт. Называется он Top Expert. Если смотреть в строке браузера, называется anotopexpert.ru. Значит, столкнулся я вот с этим случайно, мои сотрудницы нашли, вот увидели, случайно промелькнуло, и вот я зашел, посмотрел. Что мне тут не понравилось? Надо сказать в первых словах, что это уважаемые контрагенты прежде всего, это мошенники. Вот тут номера указаны московские, значит, петербургские и так далее, и так далее, и так далее. В разделе «Справка из лаборатории психологического обеспечения Ростехнадзор» люди, не понимая, не зная психофизиологии, работая, видимо, совершенно случайным образом каким-то в этом направлении, видимо, руководство этого мошенники, этого вот сайта, этого предприятия, организации, не знаю даже как сказать, не буду делать им рекламу, тут вот сами захотите, зайдете о компании, контакты, тоже вот реклама такая им получается. Вот надо сказать, что эти люди мошенники, занимаются, значит, не своим делом, не имеют на это никакого права, соответственно, у них нет никакой аттестации и права этим заниматься. Кроме того, занимаются активным копирайтом, не указывая первоисточники. Вот этот весь текст, вот я выделяю вот его весь, он слово в слово передран с нашего сайта, с сайта лаборатории психологического обеспечения. Дают они тут свои телефоны, можете им туда позвонить, значит, и пообщаться с ними. Вот этот копирайт, полностью переданный слово в слово с нашего сайта, они предлагают свои услуги, и я думаю, что надо на это обращать внимание. Я таких сайтов нашел два даже, по-моему, тут еще, да, второй, значит, тут Тюменская область, тоже без указания копирайта. Слово в слово передран текст с одной из наших страниц. С нашего оригинального сайта ЛПФО. Сейчас я вам его покажу. Так вот он выглядит, наш сайт. И даже готов вот продемонстрировать совпадение. То есть вот то, что вот тут вот передрано слово в слово. Сейчас я вам открою. Юридическим лицам, значит, услуги, вот, где, топ-эксперт, ну да, вот они тут приводят, вот, правовое обеспечение психологической экспертизы, не существует такого понятия, как психологическая экспертиза. Тут много у меня к ним претензий. Но вот эта страница слово в слово передрана с нашего сайта. Поэтому обращайте внимание на то, куда вы заходите в поиске потенциальных партнеров по оказанию вам грамотной услуги по психологическим обследованиям. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!